В новый учебный год в новый детский сад. В Советском и Кировском районах Волгограда после капитального ремонта открылись два дошкольных учреждения, рассчитанных в общей сложности на 160 малышей. С новосельем их поздравил губернатор Сергей Баженов. С подробностями Ольга Макарова. В детский сад «Аленка» Лариса Шарипова ведет уже второго ребенка. Сначала сюда ходил старший сын Денис. Но в 2000-х на спаде рождаемости это здание, как и многие другие, было перепрофилировано и отдано в частные руки. Сейчас же демографическая ситуация изменилась. Усилиями региональных властей садик вернули муниципалитету. К этому времени у Ларисы Шариповой как раз подросла младшая дочь Эльмира. Она пришла, когда первый день. Она была просто в восторге. Рассказывала, весь день рассказывала, какие у них игрушечки, какие у них там внутри все как красиво. Все интересно, дитё мое очень доволен. Мне понравились шарики и очень красиво в садике. Кашу дают, потом суп, а потом котлету с картошкой. В обновленном детском саду, кстати, единственном в поселке Горный, все необходимое для развития малышей и с учетом всех санитарных требований. Музыкальный зал, медицинский кабинет, современный пищеблок, новая мебель, игрушки. На ремонт было выделено 12 миллионов рублей. С 1 сентября учреждения посещают 40 детей не только из Горного, но и прилегающих поселков Майского, Гули, Королевой. Кстати, ввозят малышей специальный автобус, который стал хорошим подарком к новоселью. Нельзя приходить на новоселье с пустыми руками. Это не в наших традициях. И, конечно, в каждое детское учреждение мы дарим подарки. Один из подарков – автобус в школе. Ну и каждому детскому саду тоже достаточно серьезные подарки. Заведующие довольны, родители тоже, и думаю, что будут довольны дети. К началу нового учебного года детский сад был капитально отремонтирован еще в одном районе Волгограда – Кировском. Благодаря реконструкции одного из двух зданий количество посещающих его дошколят выросло более чем вдвое. У нас садик-то большой теперь, 9 групп, но выглядит он теперь замечательно, как сказка. Произведен полный капитальный ремонт. Заменена вся коммуникация, заменены все окна, двери. Стены все заново оштукатурены и окрашены. Двор приведен в порядок. Ввод дополнительных мест позволил практически полностью ликвидировать в Кировском районе очередь среди детей от 3 до 7 лет. И это хороший результат, отметил губернатор Сергей Баженов. Мы, как и обещали, в 2012 году открыли дополнительно 5500 мест в детские сады. В этом году более 6000 мест. И начинаем строить, сейчас проектируем, начинаем строить еще 9 новых детских садов. Из них 6 в городе Волгограде. Полностью же избавиться от очередей в детские сады областные власти рассчитывают уже к началу 2016 года. Ольга Макарова, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».